В Музее воинской славы состоялся вечер памяти героя Советского Союза Махмета Каирбаева. Встреча прошла в рамках проекта «Ерлике Тахзам», посвященного 75-летию Великой Победы. Вечер памяти героя Советского Союза Махмета Каирбаева начался с минуты молчания погибшим в те страшные суровые годы Великой Отечественной войны. Почтить память Махмета Каирбаевича пришли друзья, родственники, коллеги, представители молодого поколения. Старшее поколение делилось своими воспоминаниями о земляке. Отец на пенсии, уже занимается такими делами, внуками. Вот, ну, думаю, все-таки поеду. Зашел домой. Матери говорю, сейчас, говорю, лекарства все возьми, говорю, смотри за отцом. Я говорю, сейчас он запрется, точно, говорю, в кабинете. Когда он положил, он пооткрывал, пооткрывал, ну что, говорит, сынок, ладно, говорит, спасибо, все, иди, говорит. Точно он сел и до утра, кажется, сидел. В годы Великой Отечественной войны Махмет Каирбаев был командиром 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. В послевоенное время он занимал руководящие должности: секретарь Краснокутского райкома партии, председатель исполнительного комитета Кагановического районного совета депутатов трудящихся, второй секретарь обкома партии в Павлодаре, председателем облисполкома народных депутатов. В Павлодарской области имеется школа, названная в честь героя. Находится она в Ахтагайском районном центре и располагается по улице, названной его именем. В истории человечества очень много личностей, которые оказали влияние не на одно поколение людей. Вот такой личностью планетарного масштаба, я бы сказала, являлся Махмет Каирбаевич. Я не хочу говорить о нем как о прошлом человеке прошлого времени. Он наш современник. Почему? Потому что его взгляды, убеждения, его биография – это действительно образ, который должен сопровождать нас вообще и последующие годы. Подвиги Махмета Каирбаева и его самоотверженный вклад в послевоенные мирные годы неоценим. Сейчас для нас всех важно сохранить память о нем и передавать из поколения в поколение. Валерия Степчук, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.